Между тем, в Ингушетии задержан сотрудник миссии ООН. Он подозревается в пособничестве повстанцам. По версии силовиков, житель селения Кажева Муталиев возил на своем служебном автомобиле Магомеда Гарданова. Последний был убит 2 дня назад в ходе спецоперации. По оперативной информации, Гарданов готовил в Ингушетии теракты ко Дню Победы. Кстати, президент Ингушетии Юнусбек Евкуров объявил о том, что в республике приняты беспрецедентные меры безопасности, вплоть до привлечения к охране правопорядка казачества, ветеранов военных действий в Афганистане и органов внутренних дел.